молодец, который учит этому на курсах. Что, простите? А, да.
готова к такому потрясению, скажи мне? По-моему, она не хочет этим заниматься. А вы попробуйте. Потому что на самом деле они очень радуются, они собираются, когда у нас как только собаки замечают, что мы куда-то собираемся, у них сразу начинается ажиотаж. Причем у всех, от Дуняши, она у нас младшая, до старших. То есть это посмотреть. Ну, нам бы сначала, наверное, гулять надо научиться. Ну, гулять это тоже. Хотя бы ходить на улице, да. Ну, по-любому у вас стендинг, он тоже включен, ну, как? Хендлинг – это тоже послушание, то есть ходить на поводке, гулять – это послушание. И хендлинг – это тоже правильно бегать на ринговочке, это тоже собака слушается человека. То есть, в принципе, команды, которые вот используются при хендлинге, они могут использоваться и в жизни. Вот вы поговорите с Ирой Козлюк, которая маленькая серая собачка, вот они сейчас пошли на продвинутый хендлинг. Вот вы с ними поговорите, как у них изменилась жизнь дома. После занятий по хендлингу. Угу. Вот именно с Ирой, потому что ну, с нами все понятно, у нас мама, да, она ну, профессионал. А Ира, она вот тут тоже купила собачку, как бы одна однопометница стала юным чемпионом России, другая однопометница стала там сначала юным чемпионом Украины, она на Украину продана, потом юным чемпионом России. Угу. Потренироваться. А, то есть мы сегодня выставляемся. У нас сегодня выставляются вот Парсифаль, рыжий кобель, который был, да, и да. Ира Козлюк, это серая собачка, юниор была. Сука. Да. А мы сегодня группа поддержки и болеем.